В ливийском городе Бенгази сожжена коптская церковь. В четверг в здание ворвалась группа неизвестных и устроила погром. О пострадавших не сообщается, однако известно, что серьезный ущерб нанесен внутреннему убранству культового сооружения. За последние несколько недель это уже вторая атака на церковь Бенгази. 28 февраля здесь были избиты два священника. По мнению местных жителей, сожжение церкви могло стать реакцией исламистов на демонстрации египетских коптов у посольства Ливии в Каире. Они обвиняют ливийских силовиков в том, что те до смерти замучили в тюрьме египетского христианина. Власти в Триполи утверждают, что он умер от болезни. Представители немногочисленной христианской общины Ливии неоднократно заявляли о своих опасениях относительно действий исламистов, безнаказанно орудующих в стране после смерти Муаммара Каддафи.